Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как очистить кастрюлю от нагара. Вот у нас нагар ничем не оттирается уже, чем ли не мыли. Самый простой эффективный способ, как почистить, это нам потребуется пищевая сода, соль и чайная ложка хозяйственного мыла. Потертый на терке у меня. Просто заливаем стакан воды. Ставим на плиту, добавляем сюда столовую ложку пищевой соды, чайную ложку соли и чайную ложку стружки хозяйственного мыла. Чистка будет происходить у нас кипячением. Доводим до кипения, кипятим 5-10 минут. Далее даем остыть, и кастрюля у нас будет чиститься. Просто обычной губкой протрем, и все исчезнет. Накрываем крышкой и оставляем кипятиться. Вот такая вот реакция у нас и бурление получается. Немного помешиваем. Итак, мы прокипятили 10 минут. Теперь у нас остыло. Вот смотрите, у нас все вот это загустело. Такая вот кашица получилась. И вот даже если ее убрать, уже смотрите, можно сказать, весь нагар очистился. Сейчас мы это водой сполоснем и губочкой протрем. Смотрите, уже частями осталось. Губочкой, если чуть-чуть потереть, уже нагар просто сам очищается уже. Все остается на губке. Так, губочка потерли, сполоснули. Смотрите, все оттирается. Метод кипячением, я считаю, лучший метод для чистки посуды из нержавеющей стали. С водой сполоснем. Кастрюля блестит как новая. Хочу один нюанс сказать. Если нагар очень сильный, и с первого раза не помогло, повторите процедуру, и ваша кастрюля вновь приобретет блеск. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!